Ребята, привет! Вчера, по-моему, да, вчера сделал я пост в своем телеграм-канале о том, что биржа Binance сделала такой airdrop, раздачу даже не монеток, а именно там разные варианты, в общем, призов, но общий фонд, самое интересное, что 100 тысяч долларов. Сегодня расскажу, как в этом поучаствовать, как получить себе этот кусочек от этого такого приятного пирожочка, да, на 100 тысяч долларов. Итак, смотрите, что нужно сделать. Естественно, если вы не зарегистрированы на Binance, ссылка будет внизу. Регистрируйтесь, проходите КУС, так называемый КИС, его еще называют, идентификацию. Там очень быстро это все делается, очень просто, все элементарно. Не буду на этом заострять внимание. Дальше, смотрите, переходите на ваше приложение. У меня, кстати, оно попросило обновить его, для того, чтобы нормально пройти. Я его обновил. Если у вас новое приложение, вам обновлять надо. И смотрите, берете и вниз пальцем тянете. Еще раз тянете. На главную надо зайти и тянете вниз. Смотрите, я тянул не Binance, а Bybit. И поэтому, естественно, ничего не получилось. Теперь магия продолжается. Берете приложение именно Binance. Так, смотрите, берете, заходите именно в приложение Binance. И теперь, смотрите, вниз тянете. Опа, и вот она магия. И здесь, смотрите, здесь ищите именно Binance Live. Оп, нажали сюда и попадаете сюда. Теперь, смотрите. Вот, видите, вот этот баннер 100 тысяч ревардсов, complete task, тушары там 100 тысяч, в общем, возвращаем, стоять, нажимаем play. И теперь смотрите, здесь вот она кнопка заветная с интересными нашими призами, то есть мы будем такое казино играть, или как это, игровой автомат можно назвать. Но для того, чтобы нажать, надо 40 баллов набрать. Смотрите, я там уже нажимал кое-что там. За каждое там какие-то там, ну вот видно, там по 5 баллов начисляется. 5, 10, 30. Максимум, смотрите, 30, да? 30, больше нету. Плюс, смотрите, здесь вот я уже нажал, где готово, там будет что-то такое авторизоваться. То есть каждый день, смотрите, за 7 дней вам еще, ну, будут тоже, как и в CoinMarketCap, там диаманды, они накапывают, а потом НФТшки можно будет на них менять. Здесь баллы, на которые можно играть в этот автомат игровой и выигрывать там разные призы, там доллары, что-то я вижу, там еще какие-то призы, наверное, какие-то монетки. Ну, не суть важно. Самое главное нам, как именно зарабатывать эти баллы. Во-первых, я так понимаю, за вход дает 5 баллов, 10, 20 и до 50. 7 дней до 4, нет, до 3, до 4. У них же все там месяц наоборот, а потом сначала месяц, потом число. И смотрите, что здесь можно сделать? Посмотреть 5 минут трансляции. Берете, нажимаете, переходите, смотрите 5 минут трансляции. Я не буду это делать. Смотрите, как только 5 минут пройдет, вы можете закрыть и подтверждение. Нажмете, там вам зачтется эти. Мне, естественно, не зачтутся. Если там 10, посмотрите, еще 5. 20 минут, еще 10. Если вы 40 минут трансляции выдержите, если вы такой рекордсмен или вам там очень интересно будет смотреть, вам зачислят аж 30 баллов. И то есть вы так смотрите, смотрите, дальше подписаться на других участников. Здесь вот рассказать о мероприятии, я нажал, там просто ссылка, там какие-то соцсети, вам сразу 10 начислят, поделиться ссылкой, я думаю, тоже нажимаете, там поделиться, берете ссылкой, делитесь там с друзьями. Короче, собираете все эти баллы, как только у вас 40 накопится, вы нажимаете и получаете призы. Давайте сделаем так, как раз конкурс, все знают, что у меня под каждым видео проходит конкурс, как только набирается 50 лайков, 50 комментариев, я разыгрываю криптовалюту, которую можно отправить в стейкинг, получать пассивный доход. И давайте сделаем так, пишите под видео, что, кто что заработал, какие получил призы, и как раз будем разыгрывать среди всех, кто написал комментарий, кто подписался на мой телеграм-канал, YouTube-канал. И поставил лайк данному видео. Также в моем телеграм-канале всегда там самые свежие интересные проекты, которые раздаются криптовалюта и от бирж, и от других проектов. Поэтому на этом все, ребята. До новых встреч.